В этой программе задействованы только наши артисты белорусские, то есть артисты нашего цирка. Вот такая возможность у нас появилась собраться всем вместе, потому что то гастроли, то поездки, то, хотя в каждой программе наши артисты участвуют, но тем не менее так, чтобы все сразу в одной программе, то есть это большая редкость для нашего цирка. А удивлять будем в основном новыми номерами, вот, или номера, которые прошли через очень серьезное обновление. В этой программе очень много животных, наших животных. То есть мы их не просто сохранили вот за это время, да, мы еще и хорошо их кормили, ну, вот, хорошо за ними ухаживали, поэтому они все бодренькие, ну, вот, очень рвутся на манеж, чтобы показать свое мастерство. Что касается настроения, то настроение, конечно, очень хорошее, потому что мы соскучились, правда соскучились. Артист ведь не может без выступлений. А цирковые артисты отличаются, наверное, от других артистов еще и тем, что они все равно обязаны просто поддерживать свою физическую форму как минимум, потому что они профессионалы. Конечно, без зрителя скучновато и тяжеловато, вот, поэтому мы очень рады такой встрече, такой возможности. Конечно, все очень готовились, и все волнуются, бесспорно, но я думаю, что это все мы сможем преодолеть. И мы постарались создать все условия для безопасности, для здоровья. У нас очень хорошее кондиционирование воздуха, то есть у нас помещение больше, антракт, я уже сказал, не будет, поэтому не будет такой возможности, допустим, да, там перемешиваться всем.